Вторая состоялась уникальное интеллектуальное мероприятие, где собрались талантливые дети, молодые ученые и математики. Каждый из участников старался выделиться своей индивидуальностью, продемонстрировав свои знания и навыки. Таланты и способности начинают проявляться у детей в возрасте 2-3 лет, когда у ребенка формируется интерес к окружающему миру. Важно в этот момент не упустить проявившийся интерес и начать заниматься развитием интеллектуального и творческого потенциала ребенка. Мероприятие направлено на развитие талантов среди маленьких детей. Основной задачей является поддержание одаренных детей, пропаганда их достижений, оказать помощь молодому поколению найти свое предназначение. Количество одаренных детей в регионе увеличивается с каждым годом. Благодаря итогам различных образовательных олимпиад и конкурсов, в настоящее время по области насчитывается около 27 одаренных детей. Ученик Жан Марат собирает кубик Рубика за 9 секунд. Интерес к данному интеллектуальному развлечению появился 1,5 года назад. Кубик Рубик собираю за несколько секунд, а большой – за несколько минут. Благодаря труду педагогического состава Жамбылской области наблюдается рост количества побед детей на всевозможных конкурсах. В завершении мероприятия лучшие среди ребят были награждены специальными дипломами и подарками. Алтын Шонгараева, Эрмек Асаубаев, Айхан Ахпарат.